Team Falcons versus Tundra Esports. Топоры, Бисмастер с Эгидой. Думить сейчас его нельзя, нужно убить как-то быстро, но Бисмастер уже с агонимом, он просто бессмертен. Феникс летает, Рор снова пошел с Андрей. И пошел. Третий один против всех воюет. Подраться. И Тобор стан, 33-й, Рор на Эрспирита, с Андрей работает, этого не должно хватить, убивает Эрспирита. Нивелируется нападение на Скидра, Рор Блэкинбара не успевает, даже ни сатаника нет. Прыв в спину, Бисмастер по думам, Бисмастер пытается выйти из дефайта, пошел Эклипс от Луны, Луна. Найтфолу очень больно, Ларинов, Сыр нажимает последний момент, Амар до конца пытается задавить Бисмастера, Бисмастера задавили, 33-й тут же покупается, съедают и Дума. Не пустит ни Дума, ни его ультимейта, Найтфол, битва против Скитера, выбивается Аегис. Но команда Falcons отдает вообще все ресурсы, и честно, я не могу представить, чем драться дальше. Нападает на Найтфола через Болдер, Дизрапшн от Сакса, Сакса делает разницу. 33-й вернулся. 33-й дает второй Рор, контролит Герокоптера, живет Идеалыч. Идеалыч на горе, пытается выйти из тиммейта с другой стороны. Амар остался один, Амар один, Амара здесь закрывают без вариантов. Усыпили Скитера, Скитер отлетает, есть байбек, но я боюсь, что на этом уже все. Толкает СФ, СФ с Эгидой по-прежнему, Шатуфинда пытается добить хукшот, прыг на Огр, ставится идеальная арена, убивает Леона, он с байбеком. Маларин катается по всему тиммейту, Скитер, битва против 33-го, 33-й поворачивается спиной, 33-й неплохо работает, нажимается пика, Кенни Скитер гениально разыграл момент, Бристоблэка просто выглядел с тиммейта, тем не менее, Аегис потерян. Что дальше? Леон с байбека. Хекс, Пангольера, подкоп Пангольера, Ларинов, прыжок, реквием в пустоту от Скитера, попадает частично Медузу. Саксы при этом выживает, и Саксы имеет Finger of Death, может выдать его в Амара прямо сейчас. Брейк на Бристлбеке, Бристлбек погибает без байбека, потеряли Амара. Ждем от Леона все еще Finger of Death, заканчивается Скитера Блэкинг Бара, это будет момент. Вайтмон выкупается, Скитер нажимает пику, прыжок от Леона, Ларинов, есть Хекс, есть Finger of Death, Скрит остается один. Когах закрыть, Disruption. На Найтфола, Найтфолу плевать, Найтфол делает ультракилл. Один момент, один врыв, и все решится. Есть врыв на Пангольера, Ларинов прыгает в соло. Ларина останавливает, есть Бристлбека, пока плохо, никакого урона Бристлбека нет. Пошло копье, удар Силер Эджа, Бристлбек окаменела, вся команда Falcons потеряет Бристлбека, Амар нажимает рефреш. Найтфол дерется до последнего, Найтфол теряет свою первую жизнь. Сакса, прыв, Хекс, есть и подкоп, есть Дизрапшн, Сакса может подкопать, после Дизрапшна ставится вторая арена, пошел Finger of Death, убивает Марта, больно, Идеал, начинает Пола, убивают рапирой, Медузы больше нет, рапиры больше нет, команды Тундра больше нет. Но хватит ли урона? Найтфол прыгает прямо в арену, БКБ на реакции. Вортекс на 33-го. 33-й по-прежнему жив. Битва против Марса. Марс съедает на себя весь урон. Как же долго живет Амар Зеф и чуть-чуть. 33-й опасно. Копье полетело. Арена 33-й. Один. Врывается Найтфол в спину. Пытается разменяться на Крита. Крит под нулифайером. Найтфол очень опасно играет. Но работает с Андреем. Много регена Найтфола. Найтфол прыгает дальше. Брейк висит на Герокоптере. Ультимейт прошел от Ларинофа. Топили Скитера. Добивает Крита. Все просто игнорят Ларинофа. Он столько урона выписывает. Да, это тот ДПС, возможно, больше, чем Найтфол выдал. И уже почти под фонтаном команда Falcons. Может быть, дать копье. Копья не будет. Нулифайер. И съедает Найтфол. Быстрый, Алхимик, больно, Алхимик, колба, Найтфол нажимает БКП, нужно прорваться в драку, очень больно, 33-му снова Герокоптер в Блэкинг-баре, Найтфол пока не понимает, что делать, урона не хватает, никого перебить не получится, потеряли 33-го, команда Тундра как-то запаниковала. Нужно снова заходить в драку, Найтфол готов прыгать, снова с блинка, Пол, прыжок, колба, не реагирует Ларин, есть Disruption, будет ли контроль от Саксы? Если что-то, Коги ставит, Ларин все же улетает. Почти без КП, команда Falcons, они бьют эту супернову, но какой ценой? Какой ценой они разрушают яйцо? Идет Алхимик дальше, Ларин без ресурсов, съедают Саксу, но дальше делать нечего. Насколько тяжелый драфт для уничтожения суперновы. И Найтфол находит, и что у демонов? Пятером вы вынуждены бить это яйцо, с трудом вы его добиваете. Но остается, если доп продолжение, Букшот, Коги.
и не успевает шторм уйти, теряет при этом блокинг бар. Амар вышел, Амар без байбека, опасно, вьюл подняли Амара, есть БКБ, придется его нажимать, похоже, Амар выходит без БКБ, это может быть ошибка, Амар нажимает блокинг бар, дает эффект на 33-го, нужна помощь, помогите! Амар ставит арену, пытается выйти, Найтфолл переключается, тут же на Пугру, забивает Пугру, Пугру без байбека, давит Амара, Амар без байбека, скитерок без байбека, или вернется, вернется, но... Ясно. Мерта. Выходит Мерта с ультимейтом. Может успеет нажать. Нет, ультимейта не будет. Врыв на шторма под Оркид. Шторм нужно спасать. Сноубол есть. Работает Вайтмон. Оркид потрачен. Снейкинг результовался. Пытается Найтфолл просто перебить эту темпу и перебивает. Найтфолл тут же Реквием оф Соулс выгоняет всю команду прочь. 33-го это не спасет. Тундре нужно выходить по возможности. Найтфолл в погоне за ним. Пошел стан. Найтфолл с эгида. Есть пика. Найтфолла привязали. Убивают. Битва за силы тьмы. Шторм. Врыв на Амара. Пытается убить быстро Амара. Контратака на шторма. Пошел стан. Есть привязка. Дум на шторма. Все, Найтфолл свободен. Можно драться. Шторма потеряет слишком быстро. Шторм без байбека. Найтфолл по блокинг баре. Пытается добить Малорина. Малорин нереально плотный. Урона просто не хватает. Джудуфин без БКБ. Амар прыгает дальше. Нажимается БКБ. И Найтфолл закрыт со всех сторон. Три героя его избивают. Три минуса. Без потерь команда Falcon Saxa. Здесь один. Выстрел от Крита. Байбека у Найтфолла также нет. Как же быстро Питер ломает. 25 уровень Драгонайта. Давайте, друзья, талант. Нападение. Кекс. Гарпун. Нулифайр. Идеальная привязка. И снова Крит делает разницу. Дум прошел. Шторм не тимфайта. И пошел. Пошел Амар. Просто райт-криком напиливает одного. Второго очень больно. 33-му. Горит 33-й. Сгорает Брудмазер. Сгорает Шторм. Шторм с байбеком выкупается. Игроки все, кто могут. Ларино врывает. Скитер идет дальше. Найтфолла избивает. Найтфолл взрывается без возможности вернуться в игру. Скитер по Т4. Ну, похоже, эту машину просто не... никак не сломать. Слишком! И снова Снейкинг. Фит машина. Мангольер относительно недалеко. Будут пытаться драться. Да, есть телепорт. Много героев перемещается вниз. Продолжает поэтому до конца идти. Добивает телепорт на базу. В этот раз не получится. Выстрел скрита, но работают эталоны. Много урона. 33-й живет до сих пор. Вайтмон прилетает. Малорин. 33-й. Должен отлетать здесь. 33-й. Вайтмон. Сакса находит килл. Получается, сбирать как-то разобрал. Амар успевает уйти. Найтфолл ошибается. Найтфолл ошибается. 33-й. Ждем скитера, скитер, полба полетела, блокинг-бар уже заканчивается, 33-го убивает слишком быстро, и уже проблемная позиция Тундра, тяжелейший момент, нулифайр Найтфолла, прыжок от скитера, пошли баши, Найтфолл, ультимейт заканчивается, скитер давит дальше, Эбисо Блейд на Найтфолла, и Идеалыч, это может быть первая смерть, это 2000 золота для команды Falcons, теряют и Никс Ассасина, и... Попытка Тундры, заход на дарга. Скитер, прыжок на Ларинофа, может быть, Ларинов с Айгисом. Пытается Ларинов Айгис быстрый прыжок. 33-го пошел бы Колла! Есть на Колла! И 33-й нажимает все кнопки, идеально убивают Алхимика. Второй Блэкхолл, похоже, отменяется. 33-й нет, нажимает БКБ. Рефреш есть. Второй Блэкхолл готовится, момент. Алхимик не выкупается, Пангольер не выкупается. Байбеки придется нажимать. Выбор не остается у команды. Фелкинс падает вторая линия. Это Худвиг. Худвиг пытается убить. Худвиг за счет нулифайра убивает. 33-й ждет момента. Пошел Блэкхолл. Есть Блэкхолл! Есть Блэкхолл! 33-го продолжит. Эбисон 33-го. Он тут нажимает новый Блэкхолл. Два героя под атакой. Ларинов стреляет. Байбека у Энигмы больше не будет. Блэкхолла больше не будет. И НП теряет лишь Аеги. Скидер прыжок на Найтфолла. Нашел бисплейд. Идеалыч! Идеалыч под бесконечным станом. Найтфолл погибает Урса, тут же байбек, прессингует Ларинов, Ларинов один против троих остается. Вайпера могут убить, Вайпера нельзя умирать, но у него просто нет выборов. Вдвоем остаются игроки Тундра. Никс Ассасин привязали и Идеалыч один. Как хуже тяжелейший. For like 70 plus, incredible teamfight, like the black hole in the end, like the, that one spell that you hope for to change the game. It looked like it didn't even matter. Like he jumps in, he black holes multiple heroes, but Aeon discs are there. He refreshes, he goes in again. Still not enough damage. Ursa giving his best, hitting them all. But Falcons, congratulations. This was well deserved. Well deserved. There's almost a 70-minute delay on their reaction. They won the game. The GG was called. They're all sitting in their computers for 10 more seconds. It took them a bit. Yeah, it took them a bit. We're past midnight here, and Falcons, they finally take the victory.